Вітаємо всіх, хто з нами на телеканалі Київ. Це програма «Столиця». З вами ведучий Сергій Дойко. Власне, ми продовжуємо обговорювати найбільш дискусійні, важливі і резонансні теми і питання. Ну, головна лінія і головна тематика бесіди в цій передачі – це якраз от абонплата за газ. От ця норма, так би мовити, була відкладена на 3 місяці, як пишуть, як говорять, а от як далі буде ситуація розгортатися. Чому взагалі отака ініціатива виникла, да? Що люди стільки років сплачували так, як сплачували, а тут от раптом треба от так розбити, так би мовити, розвести сплату абонплату і за користування, і за доставку. Все це будемо зараз детально обговорювати з гостем нашої студії. Я з задоволенням представляю Валентина Землянського, експерта з питань енергетики. Пане Валентине, доброго вечора. Добрий вечір. 223-09-71, будь ласка, активно, як і завжди активно, долучайтеся до нашої бесіди. От є така теза, що надумати і навигадувати можна багато чого. Але все залежить від того, як люди, як суспільство на це відреагує. В даному випадку відреагувало так, як відреагувало, і на 3 місяці ця ініціатива була відкладена. А якби проковтнуло, запровадили б, як ви думаєте? Я думаю, що все не так просто, тому що суспільство, ми пам'ятаємо повищення тарифів на газ. Так. В 2 рази увеличили до 7 тысяч гривен практически, да, 6,88, ничего, проглотили. А здесь вот за 50 гривен, ну, поэтому, я думаю, там есть свои подводные камни, в том числе в отмене этого решения, то есть идут как бы политические кулуарные торги относительно того, как оно в дальнейшем будет, в каком формате. Ну и давайте не забывать, оно появится в любом случае. Появится в любом случае. Мы подписали соглашение об ассоциации с Европейским... Начнем от печки. Давай. Соглашение с Европейским Союзом, которое в том числе предполагало имплементацию норм энергетического законодательства ЕС. Вот в энергетическом законе, в третьем энергопакете, там предусмотрено разделение платежей. И, собственно говоря, это было прописано и в законе о рынке газа, который был принят. И потом, во исполнение этого закона, НКРЭ приняла так называемый сетевой кодекс, кодекс газораспределительных сетей, где как раз вот вся эта даже формула, механика прописана, как эта штука должна считаться. Вот предположили таким образом. Проблема состоит в другом. НКРЭ говорит, что это был переходной период, и вообще предполагается переходной период. Но вот даже на моменте переходного периода у нас получилось, что конечная платежка, конечный счет, он увеличился. Для кого-то больше, для кого-то меньше. Кто-то говорит, я даже выиграл, потому что я много потребляю. И, соответственно, вот при разделении на абонплату я еще и выиграю в этом случае. Не исключаю, что есть, ну, при больших объемах потребления. Ну, то больше, оно очевидно, конечно, правда? Больше 3 тысяч. А пенсионеры точно будут в минусе? Не, пенсионеры и те, кто, ну, как бы многоквартирные, ну, дома, квартиры, вот те проигрывают сразу и однозначно, потому что вы можете, ну, во-первых, не потреблять этот газ вообще. Ну, к примеру, летом вы уехали, да, или вы там живете один, в командировке. Вы, ну, не по... в этой услуге так пользует... был бы ноль, правда? От случая, а так абонплата тем не меньше. Так. Ну, если у вас счетчик был бы ноль, если счетчика нет, вам бы посчитали, но без абонплаты. Опять же таки, да. То есть это было бы минималка по сравнению с тем, что вы получите в конечном итоге. Поэтому, ну, как бы это вызвало достаточно широкий резонанс. Решение приостановили, нужно понимать, потому что в меморандуме с МВФ украинская сторона... Это очень важно, потому что все положения, которые прописаны в меморандуме с МВФ, у нас очень часто властей придержащие любят говорить, так это МВФ от нас требует, ничего подобного. Да. Все, что прописано в МВФ, это предложение украинской стороны. МВФ задает один вопрос, как вы будете возвращать деньги и на что они будут потрачены. Украинская сторона говорит, мы будем делать то-то, в том числе и тарифы на газ, в том числе и абонплата, так называемая, да, то есть разделение платежей, это все предложение украинской стороны. А МВФ уже чи погоджуется? Чи... Ну, МВФ говорит, чи погоджуется, да, мы согласны, мы их принимаем, давайте мы прописываем это в документе, он подписывается, извините, президентом, премьер-министром, министром финансов, да, ну и вот госпожа Гонтарева сегодня, ныне отправившаяся в отставку, вот 4 подписи, это 4 учильников, которые несут ответственность за вот те решения, которые прописаны в меморандуме. То нарекати на сам МВФ, ну, особливого сенсу немає, правда? А МВФ в данном случае, как бы, он говорит, как бы, ребята, в данном случае... как вы будете проводить реформы? Мы будем их проводить Как вы сбалансуете бюджет? Вот так. Вот так. Как вы... Подвищимо там пенсийный век? Как... Окей, как... правда? Как вы сбалансуете? Вируйте НАК «Нафтогаз», повысим тарифы. Повысим тарифы. О, прекрасно, не вопрос. Да. Зрозуміло. Послухаємо глядача, далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Алло, здравствуйте. Добрий вечір, слухаємо вас.
меня Дмитрий зовут, я с Киева. Прошу. А я вот хотел задать вопрос, я просто часто смотрю передачи, но еще ни разу не слышал похожего вопроса. Прошу. Смотрите, значит, попробую объяснить на легком примере. Допустим, у меня в Америке знакомый живет, переселенец, так сказать, от нас. Да. И вот он когда-то приезжал на родину еще очень-очень давно. То есть он просто приехал, ну, как бы, что было в карманах у него, значит, обычная зажигалка, как у нас, 50 копеек, на наши деньги стоит. Так вот и у них 50 центов на их деньги. Так. К чему я веду? Вот, к соотношению. То есть зарплата, они тоже платят за коммунальные услуги, там, покупают в магазинах, тратят те же самые деньги, но соотношение наших денег и их денег. Допустим, он же с Америки может сэкономить там пару сотен долларов и может себе позволить поехать за границу отдохнуть. А я, допустим, сэкономлю. Шановні, дуже прекрасний такий, знаєте, і нестандартний підхід. Тут навіть не про заробітну плату, яка в них і в нас, а про, як сказати, вагу цих грошей, да? Навіть не купівельну спроможність, а як, наскільки вагомими є ті гроші в них і ці гроші в нас. Бо у нас тут я теж можу зекономити пару сотень доларів, тільки що я на них, вибачте, зроблю. А там людина может, действительно. Прошу, будь ласка. Эта тема глубокая, экономическая, об этом уже говорилось неоднократно. То есть самый лучший товар, который производят Соединенные Штаты, это доллары. Это доллары, так. Подкрепленные 7-м американским флотом. Ну, то есть, как бы, абсолютно. Ну, то есть вся излишняя инфляция, которая вызвана печатанием денег, она сбрасывается в страны третьего мира. Когда доллар начинает хождение здесь, это та инфляция, то есть почему он тяжелый там, и почему он настолько легкий, скажем, здесь или там в Восточной Европе. Все, экономически это все как бы обосновывается очень просто и очень легко и абсолютно понятно для... Ну, доллар-то він однаковый, что там, что тут. Абсолютно. Ну, однаково, я маю на увазі, виглядає. Це, але вони там будуть торгуватися з тобою за 3 долари, давай 25, ні, давай 24, ні, давай 23. А в нас тут 5 я туди, 10 сюди. Я приведу один пример. Вот я с разными американцами разговаривал, да, и представителями Госдепа, и свободными журналистами. Очень интересный подход, когда говоришь, ребят, вы боретесь там как бы с наркотиками, да. Ну, вот. И вот, когда представители госорганов всегда говорят, да, конечно, мы там, значит, все, у нас это все серьезно. А журналисты говорят, да, мы прекрасно понимаем, что это борьба не с наркотиками, это борьба с черным налом. Потому что весь денежный объем, находящийся на территории Соединенных Штатов, должен находиться под жестким контролем Федеральной резервной системы. И они борются, их не очень сильно, собственно, заботит, как бы, что там будет происходить. Не, ну, формально, конечно. Ну, формально это означает. Но по факту это борьба за нелегальный оборот долларов, то есть, чтобы доллар не потерял свою... А речь идет о огромных суммах, это миллиарды долларов. Вот поэтому, собственно говоря, так и поддерживается борьба с наркотиками, с нелегальным оружием. Все это борьба с теневыми финансовыми потоками. И, в принципе, для того, чтобы стабилизировать ситуацию здесь, в стране, если мы уже будем возвращаться к экономической теме, это вопрос тоже был, опять же таки, в диалоге с американцами. Я говорю, ребят, вот ровно в тот момент, когда мы будем иметь некий аналог, не печатающий доллары, а контролирующий хождение денег здесь, и когда ваши расходы и доходы будут на контроль, вот, говорю, тогда мы можем о чем-то какой-то финансовой стабилизации начинать. Тогда олигархи не будут партии финансовать, правда? Тогда и черный нал не будет гулять. В чем проблема? Проблема ведь не в черном нале, а проблема в том, вот говорят, ну там, условно, по поводу Роттердама плюс, по поводу... Я трошки далі хотів про це. Не-не-не, мы сейчас говорим о других вещах. Мы говорим о том, что государство должно выступить или там в лице НКРКП, или, собственно, как государство, правительство, да, как регулятор. Оно создает, правила, их контролирует. То есть вот пример Соединенных Штатов очень, кстати, вот зритель очень правильно привел. У нас так и відбувається. Держава створює правила, вона їх контролює, тільки люди про це нічого не знають. А потім, коли люди про це щось вже знають, то держава починає красиво якось так відігравати назад. Ну, погодьтесь. Создає правила в пользу той или иной финансово-промышленной группы, да, либо монополии. И при этом делает вид, что оно не в курсе. Это значит, что государство в доле. Конкретно взятый чиновник в доле сверхдоходов. Потому что не проблема для той же Европы, там, допустим, крупные монополии, да, которые нарушают... Ну, еще про газ говорите, ну, это же бизнес президентів в усьому світі, правда? Так який чиновник вдоль? Ну, смотрите, господин Коболев позавчера заявляет о том, что низкие тарифы равно коррупции. Вот у него математика такая.
А я могу на его же цифрах доказать, что, допустим, тарифы на $100 завышены. Не, ну господину Коболеву с миллионов в месяц то можно заявлять. Абсолютно. Погодь, ты, давайте вспомним, я вам приведу замечательный... Не, при всей повазе до пана Коболева. Ну дайте мне миллион, так я вам тут сейчас такого назаявляю. Именно так. У Каргаздобыча 2 года назад вышло заявление. Мы можем напрямую газ продавать населению. Вот. И нам НАК «Нафтогаз» нужен. Ровно через 2 месяца у господина Прохоренко появилась зарплата в миллион гривен. И опять все стало замещать, но «Каргаздобыча» готова работать в структуре НАК «Нафтогаз» Украины и самостоятельно не выходить на рынок. Это все решаемо, как показала давайте практика. Давайте дам вам плюс. Ну, дивіться, ми ж думали, ну, всі люди, які не фахівці, не такого рівня, як ви, бо ви глибоко знаєте ситуацію, ви можете спрогнозувати і подивитися, звідки, як кажуть, ноги, да, ростуть. Ну, що це Роттердам, правильно? А, виявилося, що до Роттердаму жодного відсутку? Смотрите, немає. С Роттердамом все здесь не так просто, ага. как пытаются представить политики, да, то есть, как бы, проблема была в чем? У нас цена на уголь в себестоимости производства электроэнергии на тепловой электростанции, вот она устанавливалась волевым решением министра. Угу. В зависимости от того, как стоят звезды, какое у него сегодня настроение, ну, там, и как он позавтракал, да, условно говоря. То есть, называется вот... рынок, да? Ну да, это был такой своеобразный рынок, когда да? господин Демчишин выходил и говорил, я считаю, что цена угля 1100 гривен за тонну. И вот больше быть не может. Хотя там Львовско-Волынские государственные шахты угольного бассейна, шахтеры выходили и говорили, и там руководители предприятий, у нас 2000 гривен себестоимость, люди, вы чего? Так. И это экономически доказано не потому, что там нам деньги нужны там где-то на какую-то коррупционную схему, мы не можем покрыть. Потому что такая собевартость просто, да и все. У нас сейчас, ну там залегание такое, у нас сейчас долги по зарплате, и они полезли в конечном итоге. Вот давайте вспомним недавнюю трагедию, которая произошла на шахте Степовой. Буквально год назад шахтеры это шахты выходили, перекрывали трассу, потому что им не платили зарплату. В январе 2016 года это не так давно было. По одной простой причине, потому что цена на уголь установилась волюнтаристским путем. То есть как министр решил, так и все. Формула Роттердам. Ее можно, с ней можно соглашаться, можно не соглашаться. Она шла по принципу. Брался Роттердамский индекс за 12 месяцев. Да, вот котировки за 12 месяцев. Выводилась средняя. Вот это вот средняя, оно влияло на формирование цены на уголь. Соглашаться, не соглашаться, но это было хоть какое-то подобие формульного подхода, формульного ценообразования. Точно так же, как, допустим, с газом. Да? Вот вы спросите, как вот приглашал «Нафтогаз» аудиторов, говорит, мы же правильно сформировали цены на газ? Да аудиторы приходили, говорят, да конечно, 2×2 – 4. Четыре. Вы считаете все правильно. Точно так же и с Роттердамом. То есть мы посчитаем, как бы, да, это будет все верно. Если это не соответствует реалиям, вы можете, там, условно говоря, это доказать. Опять же, это функция государства. Государство должно принимать. Зрозуміло, пане Валентине, послухаємо глядача, далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте вернемся к газу уже на бытовом уровне. Давайте. Сначала шел разговор о том, ну не сначала, а чуть раньше, о том, что будет зависимо от счетчиков, от мощности счетчиков. Считать этот газ. На сегодняшний день ситуация складывается таким образом, что тот, который, имея большой счетчик и чуть больше трубу, чем квартирную, потребляет газа мало, а счетчик имеет мощный, рассчитанный на отопление оранжереи и прочее. Других счетчиков просто не было. Люди купили 6-кубовые себе счетчики. На сегодняшний день для того, чтобы работал этот счетчик, то система под давлением и в емкость счетчика уже входит этот газ. Может быть, это и действительно правильно, но ситуация складывается в другом. Когда на улице холодно, в многоквартирном доме люди начинают топить газом, подтапливать, не все, некоторые, вот, то в системе падает давление, и стакан воды греть счетчик, не счетчиком, а газом нужно дольше, чем в теплое время года. И качество газа ужасное. Ну, зрозуміло. Какие Ми зрозуміли, дякуємо дуже, пане Антоне. Ну, от така картина була змальована глядачкою. Тут немножко все как бы смешали в кучу. Давайте по частям. То, что называлось абонплатой, вот то решение, которое было сегодня отменено, оно действительно его привязали к мощности счетчика. Вне зависимости от объемов потребления. То есть вот какой мощности счетчик у вас стоит, исходя из этого, такую абонплату вы будете платить. Чем больше мощность счетчика, тем выше коэффициент, тем выше абонплата. НКР даже разработала такую табличку. То, о чем мы, собственно говоря, говорим. Так, вне зависимости, сколько вы потребили, вы все равно должны будете заплатить. Так.
Это действительно проблема, потому что у многих ставили счетчики, потому что никто на это не обращал внимания. Да бы оно и потребно было, да. Ну, лечильник-то и лечильник. Правда. Вам на газовую плиту нужен минимальной мощности. Да? Если у вас там, условно говоря, газовая плита с колонкой, вам нужен на шаг больше. Да, там, на один. Если у вас газовый котел, там это уже следующий уровень мощности, и, соответственно, там максимальные объемы пропускной способности. Короче, вы на людей так воно и е, але тільки прив'язки. Ну, по уму должно было бы так, но если у вас, например, нет счетчика, то будут считать не по минимуму, а уже по второй ступени, который вот там 2,5 при пропускной способности 4. Интересный такой подход. Так, да, да, да. А вот. Ну, то есть это... вот это решение отменено, то есть это, здесь понятно, здесь со счетчиками все как бы ясно, потому что об этом говорилось, что, ребята, да, люди ставили счетчики, потому что, ну, так других не было, никому бы... Никто на это не заморачивался. Да считает и считает. Ну, ну да, Евин, да и Е. Да, 1,6 нету, есть 2,5, на тем 2,5, пусть у вас так. Да. Что касается вот отопления, если речь идет о многоквартирном доме, то я бы, как бы, вот честно вам скажу, напрягся. Потому что опыт свидетельствует, что подобного рода эксперименты, если вы в многоквартирном доме решили поставить газовый котел, все это в конечном итоге может привести к хлопкам. Действительно, падение давления, ну то есть как бы к чрезвычайным ситуациям, и это зона ответственности либо облгаза, либо там Киевгаза, если речь идет такие, это действительно большая проблема. Потому что, честно говоря, я бы вот напрягся жить в таком доме, зная, каким последствиям это может привести. Ну и, естественно, то, о чем говорится по поводу давления, не качество газа. То есть достаточно того, чтобы давление было низкое, и вы уже получите как бы перекосы в качестве газа, да, то есть он начнет гнать, ну, если стоит счетчик, то счетчик начнет гнать больше, вы будете тратить больше объема для подогрева. Это физика, от этого никуда не денешься. Кстати, НАК в свое время пытался вот так вот с котельными, да, обращаться. Это тогда было сказано, что, ребят, на 20% увеличится расход. Так или иначе, ну, потому что Валентин, так. Ви, як людина, яка працювала з багатьма відомими людьми, ну, скажіть, наскільки багато в тій чи іншій ситуації, ну от НКРЕКП, наприклад, взяти, да, і керівника, залежить від людини як такої? Ну, от що він робить сам, а що він робить з огляду на те, що просто система навколо така? Ну, бо смотрите, вимагають, да, його відставки, я до того веду, що от, ну, буде інша людина, вона буде по-іншому діяти? А, ну ні. От. Ну смотрите, це ж проблема системи. От. Мы же говорим о том, что мы существуем в реалиях, да, это же не оторвано, вот там дерзкие реформаторы пришли, вот у вас гости до этого замечательно это все дело как бы описывали. Давайте сейчас будем реформировать, но это же неправильно, потому что, допустим, те же тарифы вне привязки к социально-экономической ситуации в стране, они не функциональны, вы никакого рынка не построите, вы просто подняли денежный поток. Он начал распределяться, то есть вот еще раз говорю, математически. Накопичуются страшные борги. Можно так... Людям просто нема чего сплачивать. Нет, нет, нет. И такие. Вот тут начинается интересное. Тут начинается схема субсидий. Ага. Вот сегодня я был на эфире, был представитель Минсоцполитики, они сказали, 7,5 миллионов домохозяйств, половина домохозяйств сидит на социале, на субсидиях. Так. И это наша большая гордость. То есть, условно говоря, вторая половина Украины Уже не гордость, да? Это уже не гордость. Датирует первую половину Украины. Чтобы они... Та гордость. Чтобы та гордость, это вот... А это нет. Извините, для любой европейской страны 50% людей на социале – это катастрофа. Это катастрофа. И это позор для вот этой вот семьи, потому что она вынуждена была пойти за помощью государства. Просто не имеет возможности сплачивать. Сесть на социал. Угу, угу. Ну, то есть там вот, там, если взять страны Прибалтики, 3, 5, 7% как бы, да, есть люди, которым это действительно необходимо, и государство это и монетизирует, оно выплачивает деньгами, а не бумажками, которых мы же, не нам же с вами деньги идут. Деньги идут тем же самым монополистам, в конечном итоге, НАК «Нафтогаз Украины». Но вот у нас есть закон про рынок газу. Ну, закон он є, не правда? Будет работать, пока... Так він є, ринок є? Ні. Ну, так, пока як є, пока не може существуют бути, субсидії. Так, закон є, ринку нема. Пока доходи населення не відповідають уровню тарифів. Никакого ринка по определению быть не может. То есть конкурировать можно, если вы, ну вот, любой бизнес, не только газовый, вы выходите на рынок, вам нужен платежеспособный потребитель. В противном случае, как бы, ну, вы прогорите. Ну так, який сенс в магазині набабахати туди товару, якщо люди не матимуть змоги прийти і там щось купити? Абсолютно. Но одно дело, когда вы торгуете фейхоа, а другое дело, когда речь идет о газе, который является основной системой жизнеобеспечения. Мы живем в такому климаті. У нас хвилина до закінчення. Все ж таки через 3 місяці дуже коротко поновляться все, правда? Да, вопрос в методології, то есть по какой методике будет расчет. Найбільш оптимальна методика – это привязка, то есть минимальная абонплата, условных 5 гривен. Люди мають це проковнути?
Почему? Это не приведет к увеличению тарифов. Мы еще методология будет правильная, да? Не, методология правильная, да. Но при этом, еще раз, корень зла и корень всех проблем – это уровень тарифа на газ как товара, не без всяких зрозуміло. Дякую за цікаву бесіду, спасибо. Дякую за активність, за увагу всім нашим глядачам. Валентин Землянський, експерт з питань енергетики, був нашим гостем. Для вас працював ведучий Сергій Дойко. Зараз традиційно наша пауза. І вже зустрінемося о 22:15 і підсумовуємо день, що минає. Будьте з нами.